Для того, чтобы вы представляли себе масштаб нашего фестиваля и масштаб вашей личной гибели в этом зале, скажу вам, что еще у нас помимо ансамбля Валерия Кукина будет выступать ансамбль из Череповца и затем трио Николая Куликова уже вместе с Игорем Володиным, с Александром Кругловым. С Алексеем Кругловым, то есть как бы еще 2-3 коллектива у нас есть в запасе. Так что терпите. Так, я прошу дам передачу эстафеты. Я хотел бы представить ансамбль Валерия Кукина, но мне надо, чтобы музыканты появились на сцене. Да. Представляем ансамбль, просто-напросто сейчас. Там у нас был вариант так и так сделать, но вот решили все-таки сейчас поставить ансамбль из Череповца. Есть какое-то разочарование от того, что был Великий Новгород, а теперь будет Великий Череповец? Для нас меняется что-нибудь? Да нет, не меняется. Нет, ну можно, да? Поменяем? Поменяем. Прекрасно. Но это интересный ансамбль очень. Это студия традиционного джаза. Когда-то такое название существовало только в одном городе, который удивлял нас всех. Это город Ярославль. В этом городе существовал совершенно сумасшедший, по-безумному влюбленный в тромбон и в джаз традиционный человек, которого звали Николай Сизов. Он, к сожалению, уже умер. Но его последователи создали студию традиционного джаза и создали ее в Череповце. Я бы сказал, это и Владимир Кукуев, это и ударник Евгений Белозеров, это и банджист Владимир Кендерев, и пианист Владимир Столяров, тромбонист Николай Сизов, сын основателя студии традиционного джаза, трубач Олег Петрушенко, корнетист Сергей Зюрин, есть вокалисты Елена Ерохина и Виктор Филатов. В Диксиленде иногда, кроме Армстронга, бывают еще поющие люди.
find happiness, and I guess all the things you always felt for me. I'd like to see you looking swell, baby. Diamond bracelets, what's worth doesn't sell, baby. To live like today, you know that well, baby. I can give you anything but love. I tell you I
Там-то в 8 точно все равно начнется. Да и здесь уже кончится к тому времени. Это тоже точно. У нас осталось 2 ансамбля. 3. И сейчас я вам представляю ансамбль из Великого Новгорода. Вот так. Уже лирически Новгород представлен. Это западная стена пошла или восточная, интересно? С какой стороны дует ветер, смотря? С какой стороны башни? От могилы Державина? Или от Софии идет музыка? В любом случае, новгородская музыка. Я хочу представить вам музыкантов. На гитаре играет Вячеслав Олин. Валерий Куртов играет на фортепиано, Константин Мурашко играет на басу, Игорь Максимов играет на трубе, Степан Дмитриев, вокалист, Сергей Девушев играет на саксофоне и Максим Смер играет на ударных инструментах. Вот когда такой состав соберется, через некоторое время, Сергей Гневышев разложит все педали, установит полную, легко взрываемую на секунду электронику, тогда мы и начнем. Это предпоследний состав в сегодняшнем нашем концерте. Я думаю, что мы должны радоваться тому, что в Великом Новгороде существует несколько вариантов музыкального существования. Есть ансамбль «Комбо», есть отдельные солисты из ансамбля «Комбо», делающие свою музыку. Есть отдельные музыканты, наверняка, которые делают еще альтернативную музыку, и мы о ней просто не знаем. И есть музыканты, которым давно уже не надо делать музыку, но они ее тоже еще делают. Поэтому все как в нормальном большом городе. Я желаю удачи Великому Новгороду. Добрый вечер. Thank you.
Down.
dirty dance. Значит, меня радует, что в зале все-таки кто-то есть.
в общем-то, выдержать это нормальный человек, не должен выдержать. Мне кажется, что только безумные люди могут выдержать такое количество музыки. Но вас включала возможность выйти хотя бы, войти снова, сделать какую-то паузу для себя. Я говорю об этом сейчас, потому что все, пауза кончается, мы пришли к финалу. А финал всегда это как бы хедлайнер фестиваля. Вот есть такое понятие новое, хедлайнер фестиваля. Понятие пришло к нам из староанглийского, оксфордского языка. Но не важно. Хедлайнер фестиваля. Как бы лидер. Кто сказал, что это хедлайнер? Не важно. А вот так принято считать. Вот есть хедлайнер. Мы решили иначе немножко рассуждать. Мы считаем, что хедлайнером фестиваля в Тихвине являются северо-западные музыканты нашей страны. Вот района северо-запада. Архангельск, Псков, Санкт-Петербург, Тихвин, Выборг, Великий Новгород. Вот наш район. Вологда, Череповец теперь. Ну, частично захватим иногда, можно, если захотим, очень независимый Ярославль. Но не важно, все-таки вот где-то вот какой-то север кучкуется, есть какое-то понятие севера русского. И вот на этом русском севере творится что-то в джазе. Творится не обязательно на фоне русских народных песен, не на фоне каких-то интонаций, не пойманных в свое время великими еще, а пойманными только нами. А творится просто эмоциональная музыка. Музыка, которую делают простые люди, которые играют на инструментах. Это их профессия. И которые, играя на своих инструментах, доносят до нас какую-то идею. Один из лидеров северо-российского джаза, скажем так, гитарист Николай Куликов. Николай Куликов. Он частый гость нашего фестиваля, но, по-моему, бывал все-таки здесь на фестивале. Но не так часто, как Юданов. Вот он уступает Юданову по количеству пребывания на фестивале. Олег Юданов, понимаете? Этот человек просто он никуда не уезжает отсюда. Он скрывается 364 дня где-то под Тихвином в лесах, потом выходит сюда и играет.